В районе хутора Воскресенский идут жизненно важные для города работы. Бригада водоканала соединяет частный водовод с муниципальными сетями водоснабжения. Сегодня к ночи резервуары чистой воды в Верхнем Джемите наконец будут наполнены до краев. Подключение производим к водоводу диаметром 560 мм, так сказать, от наших соседей, к нашему подающему водоводу на город, чтобы увеличить подачу воды. Была оказана большая помощь администрации в переговорах с собственником водопровода. Это в первую очередь. А дальше уже это технические моменты, которые тут мы улаживаем. Городские власти сели за стол переговоров с инвестором, развивающим в Анапе инженерную инфраструктуру. На договорных условиях, но по ценам существенно ниже рыночных, компания «Краснодар Теплосети» восполнит дефицит воды в резервуарах. Город получит дополнительно 7000 кубометров воды в сутки. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев подгоняет. Запустить объект нужно как можно быстрее. Строительно-монтажные работы идут сутки и в ночное время, рассказывает исполняющий обязанности руководитель водоканала Ярослав Царевский. Важно сделать все качественно, чтобы не допустить сбоев в работе объекта. Вода артезианская, да? Это вода артезианская. В нашей лаборатории мы ее проверили. Она стандартная вода для водоснабжения питьевого. То есть полностью 100% вода подходит нормам водопотребления. На объекте установят задвижку и прибор учета потребленной воды. Рассчитываться водоканал будет по факту, сколько потребили, зато и заплатили. Но речь не о предстоящих расходах. Главное, говорят сотрудники предприятия, чтобы в домах анапчан постоянно была вода, и приносят извинения за причиненные жителям и гостям курорта неудобства.